музыки, стихов и хорошего настроя начался учебный год для студентов Канашского транспортно-энергетического техникума. Там отметили День знаний. У его выпускников нет проблем с трудоустройством. Стратегический партнер техникума – крупная трубопроводная компания. С теми, кто готов грызть гранит науки, встретился Рифат Фаткулин. Энергия, знания и мастерство в контенте, как клады зарыты. Только учись, не стесняйся, бери. Станем друзьями с профессией мы. После школы снова первый. Только на этот раз не класс, а курс. В этом году за парты в аудиториях сядут 300 первокурсников. 80 из них приехали учиться из других регионов страны. Это будущие электромонтеры, пожарники, автомеханики и сварщики. Учиться здесь и сложно, и престижно. Передо мной, естественно, откроется множество новых возможностей, которые, я надеюсь, я смогу воплотить, которые я смогу реализовать в дальнейшем. Поступил на пожарную безопасность, это, можно сказать, как МЧС. И всю жизнь я хотела связать именно с этим направлением, и поэтому я пришла именно сюда. 10 профессий и 8 специальностей. Абитуриентов привлекает большой выбор образовательных программ. Перспектива и желание было в этот именно техникум поступить. Какая профессия? Электроремонтник. Чем меня заинтересовала эта профессия? Физика. Нравится предмет физика. Ну, устремленность есть, посмотрим. Дальнейшее будущее какое будет у него? Ну, технику мне понравился тем, то, что тут очень много специализаций, а профессия пожарная безопасность. Просто у меня мечта была так стать пожарником. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Сейчас в техникуме обучаются более 700 студентов. Самое главное, что дает учебное заведение, это уверенность в завтрашнем дне. Выпускники не беспокоятся о трудоустройстве. Канашский транспортно-энергетический техникум осуществляет подготовку в соответствии с двумя стандартами, двумя основными заказчиками кадров. Это государство и компания, с которой мы сотрудничаем. Компания эта называется «Транснефть». Наши студенты при обучении будут выполнять те операции, соответствующие компетенциям WorldSkills, и в конце обучения сдавать демонстрационный экзамен, по итогам которого они получают Skills-паспорт, который признается уже теперь многими работодателями и дает для студентов дополнительные возможности. Транспортно-энергетический техникум – основная кузница профессиональных кадров для компании «Транснефть». Сотрудничают они уже больше 10 лет. Так что после окончания Канашского техникума с дипломом в руках без работы студенты точно не останутся. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.